длинная тема. У нас 8 полированных фигур. Мы пешки, мы шагаем, но только прямо. Король дрожит, и весь суров и хмур. А мы бесстрашны, движемся прямо. Вперед, встречая первыми удар. Ремнем тоже первыми, конечно. С доски слетая тихо в никуда. Не требует наград, легко не брежно. Танцует конь, волнением объят. Слон мерит с собой диагонали. Ладья прорвала вражеский отряд. И мы врагов отчаянно погнали. Мы пушечное мясо, не болит. От собственных забот душа солдата. Но 8 душ, что слитли в монолит, всех защитят от шаха и от мата. Теряем силы, болт, глаза ползет. Потери их ничем не золотали. Но всемогущая пешка, став ферзем, на финишной своей горизонтали. Блестящий эншпиль пусть редеет рать. Лавраги сполна поплатятся за это. Но только, брат, обидно умирать, когда чуть-чуть осталось до победы. Мы пушечное мясо, не болит. От собственных забот душа солдата. Но 8 душ, что слепли, мало ли, всех защитят от шаха и от мада. Мы пушечное мясо, не болит. От собственных забот душа солдата. Но 8 душ, что слепли, мало ли, всех защитят от шаха и от мада. Люба, ваши стихи, да? Очень. Спасибо вам за поддержку.